Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Paradise. Как сегодня всегда мне помогает Серик. Всем привет еще раз. Сегодня у нас для вас очень-очень эксклюзивное предложение. Порядка 25 квартир в почти готовом доме, которые очень сильно ниже, чем цены у застройщика. Предложение классное, поэтому обязательно, друзья, не переключайтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если интересует вас недвижимость Алани. А мы начинаем. Итак, друзья, мы решили с Эриком показать вам вначале вкратце, да, уже готовый объект этого застройщика. Мы быстренько сейчас пробежимся по инфраструктуре, все вам покажем, чтобы у вас было представление, как дом, который сейчас еще не готов, да, будет выглядеть на финише. Серик даже говорит, еще лучше будет, чем здесь. Так, вот запомнить этот объект, запомнить этот ремонт, запомнить этот дизайн, так скажем, всего дома, там будет в разы больше. То есть инфраструктура, короче, внутри, бассейн, игровая, вот эти вот все крытые, вот эта вот инфраструктура, то есть все ништяки, так скажем, там будут в размерах больше. Короче, еще круче, чем здесь. Да, круче, он намного больше будет. Потом еще один такой большой плюс, здесь в основном идут кухни отдельно. Европейская кухня, да? А из ламината, везде, кстати. Ну пойдем, покажешь. Давайте сначала посмотрим мы сейчас инфраструктуру полностью этого здания, потому что там будет один в один. Сразу обращаю, вот хочу обратить внимание на паркинг. Такой большим паркингом не каждый комплекс может похвастаться. Ну, в Махмутларе, кстати, уже начинаются некие проблемы с паркингом, да, на самом деле. Вообще, то есть, уже много народу, много машин. Да. В этом деле даже возле нашего офиса мы не можем найти место и паркуем, я не знаю, бог знает где, и там топать приходится там прилично. Хотя город не такой большой, и машин не так много. Так, не могу пройти мимо входной группы. Да. Красота, смотрите. Ну, блин, все стильно. Все стильно, все красиво. Тут уже живут люди, вот это видно по этим квиткам. Да, квитанции уже висят. Ну. Так, вот здесь, как говорится, комната ожидания. Гости пришли, там здесь могут посидеть, подождать. Я сразу бы хотел, конечно, это входная группа, обойти, через внутренний двор зайти. Так. Там начать. Ну, потому пойдем. Что отсюда просто люди заходят сразу и поднимаются по своим квартирам, а все ништяки внизу. А здесь нельзя спуститься на ниш? Спуститься можно, но там просто. Ну пойдем, пойдем, если так хочешь. Нет, не будем тебе отказывать, пойдем. Объект также находится на чуть ниже уровнем, то есть верхний Махмутлар, выше Ататюрка. Тихий район, спальный район такой. Это, кстати, важно теперь для Махмутлара. Я говорю, очень много народу. В Махмутлар уже, если на Ататюрка где-то брать, там, ну, прям будет... Говорится, дышать не видно. Вот смотрите, уже паркинг какой. На сколько-то машин. То есть не каждый комплекс может похвастаться таким паркингом большим. Ну да. Там дальше у нас идет бассейн открытый. Видите, комплекс новый. Деревья еще маленькие, они еще подрастают, как говорится. Саженцы, так скажем. Мы обошли, получается, здание с обратной стороны. Сейчас заходим. Беседочка, фонтанчик, летний бассейн и заходим. Здесь сразу вижу, смотри, классный большой тренажерный зал. Даже есть жим лежа. Вот это вот прям вообще можно не ходить ни в какую тренажерку. Слева, смотрите. Здесь зона отдыха. Бильярд, там кухня, кстати, все здесь, есть. Смотри, там кухня, здесь, допустим, если человек 20-30 гостей у вас будет, вы можете здесь все оформить бесплатно. Да, то есть если день рождения, всех, например, да? Покормить всех, там, помыть свою посуду и обратно поднять. То есть встретить гостей здесь, ну, как бы ресторан свой. Ну, чтобы домой не везти, да, например. Дальше я попрошу, там детская комната есть. Пойдем, пойдем. Там вот такая вот детская комната. Слушай, приличного размера. Прилично. Если это ты считаешь прилично, там в разы больше будет детская комната. Это неприлично. Это неприлично. Так, вижу отсюда, это какая-то... Так, а вместо внутреннего бассейна, ну, как бы, они посчитали, ну, не совсем практично, и сделали джакузи большой. Джакузи? Да. Ну-ка. Ходи. Здесь джакузи, то есть здесь можно... отдыхать, я не знаю почему. Как можно отдыхать? Вот джакузи. Ага. Она наполнена, закрыта. Закрыта? Да. Ну вот так вам покажем. Небольшое джакузи. Небольшой джакузи. Для одной семьи. Здесь парная комната. Как говорится, финская сауна. Стандартная комплектация.
этим сейчас. Да. У вас это не получится? Это римская баня. Да. Это у нас сауна. Вот она. Опа. А, я ты открыл? Ну, в общем, да, полная вся инфраструктура, кроме бассейна. А там, кстати, будет летний бассейн? Там летний бассейн. Ой, в смысле зимний. Там зимний это тоже джакузи. Тоже джакузи будет. Так, ну что, по комплексу этому все, да, вкратце показали вам, ну, по-быстрому. То есть это то, что будет ждать вас там, потому что там вот эта инфраструктура, она еще на морозе. Еще пока еще будет. Да, еще не готова, поэтому это вот. Точно такой же комплекс, но там, кстати, лифт точно так же. Mm-hmm. Здесь лифт находится друг против друга, там вряд ли. Я, в общем, когда туда уже сейчас переместимся, благодаря чудесам монтажа, я прикреплю картинки, то есть макеты, как все это дело будет выглядеть уже на финише, окей? Да. Все, перемещаемся? Перемещаемся. Мы подъезжаем уже к комплексу. Решил для вас снять вот это раз, два, три, это все дома уже готовые тоже от этого застройщика. Видите, они примерно все в одном стиле, все выглядят в принципе современно. И по местоположению, вот здесь улица Ататюрка, вот буквально 50 метров. И чуть-чуть, видите, так подаль, чтобы от этого шума чуть подальше, там машины ездят постоянно. Вы заезжаете, и у вас здесь свое царство целое. Все, сейчас мы поедем непосредственно уже на объект. Мы приехали непосредственно на объект. Вот он перед нами. Вот эти я вам только что дома показывал. Это мы сейчас с обратной стороны находимся. Вот этот дом, получается, видите, еще все в строительном мусоре. Сейчас его доделывают. Вот она, инфраструктура. Но здесь уже квартир не осталось. Здесь уже, да, квартир не осталось. Все продали здесь. Хотя вот марафет последний еще делается. Ага. Вот уже видно, что вот паркинг намного больше, балконы намного больше и дом, соответственно, пошире. Да, как тот и говорил, знаем, вот Серик, видите, воде. Здесь все помасштабнее. И здесь же море буквально 650 метров, по-моему. Угу. Да, Ататюрка у нас 500 метров, если. Ну, сюда, говорит, 100, 150, где-то так. 650 метров. Ну что, телепортируемся в дом, покажем три квартиры. Сейчас покажем вам шоурум и еще две квартиры. По ценам всем остальным, там я сказал уже в начале видео, что порядка 25 квартир у нас по хорошим ценам, со скидками, с огромными. Пишите, обращайтесь, сейчас номер появится у вас на экранах. А мы идем дальше. Итак, как всегда, да, такая красивая арка, где будет потом название вашего жилого комплекса. Заходим. Строительство идет полным ходом, как вы тут видите. Да, вон они. Что справа, что слева. Со всех сторон, да, строят. Так, ну давай, зайдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот здесь уже видишь потолок гипсокартонный. Так, лифты, соответственно, еще не работают. Поднимаемся пешком. Поднимаемся пешком, да. В шоурум, пойдем. Итак, друзья, мы находимся в шоуруме. Так, смотрю в подсказку. Номер квартиры 13, не знаю зачем это, 3 плюс 1 квартира, у застройщика она стоит 115 тысяч евро, у нас она стоит 99 тысяч евро. Но это еще не максимум, на что мы способны, там будут дальше еще больше скидки. Он так стоит, потому что... Потому что он шоурум, и скидка в других у нас будет еще больше. Ну, давайте посмотрим, смотрите, здесь кайф самый, что, смотрите, отдельная кухня. Огромная отдельная кухня, застройщик не пошел вот на вот эти всеобщие тенденции к уменьшению площадей. Здесь просто все как раньше, да? Все, да, как мы любим. Огромная кухня отдельно. Это не кухня-гостиная, это просто кухня отдельно. Огромный балкон. Терраса, я бы сказал. Терраса, да. Ну вот, вот. Я узнаю Турцию, Аланию узнаю. С видом на бассейн здесь будет красотища. Посмотрите. Именно вот этот шоурум, прям с мебелью, со всем, что вы видите, с вот этим дизайнерским ремонтом, вот за 99 тысяч вы можете у нас купить. Кроме нас, таких цен вы больше нигде не найдете. Сразу вам говорю. Ну, можете попробовать. Попытка не кстати, со всей уже бытовой техникой. Тут все готово. То есть надо будет заехать просто и жить. Ну, вещи надо с собой взять. Вещи. Блин, такая кухня огромная, ну, это да, вообще кайф. Надо копить деньги. Так, а я думал, уже все не будут строить нормально. Думаю, уже все вот это мелкое будет. Так, санузел номер раз. Спальня номер один. Вот, вот, спальня, так спальня. Вот она, классная спальня, да. Это спальня без санузла, как бы. То есть
ну, как бы гостевая или детская даже, видишь, ага. Какая она широкая. Я даже не знаю, какой величины сейчас хозяйская спальня будет. Давай. Так. На полу, кстати, ламинат. О, это хозяйская спальня. Вот она, хозяйская. Смотрите, там еще. А, ну вот здесь, смотрите. Там свой санузел. Смотри, какого размера. Блин, мне прям очень нравится. Какие тона. Кстати, ну, тут шоурума. Вся бытовая техника. Все. И по всему периметру квартиры, можно сказать, есть балконы. Даже здесь отдельный балкон. Там видоизолительная работа, поэтому такой шум. Да, вон они, ребятки, строят. В принципе, вид неплохой, не знаю, бананы. Кто-то пишет, ууу, вид на бананы. Чем вам бананы вообще не угодили, я не понимаю. Как будто они каждый день это видят. Ну, так, вот еще спальня. Вот это скорее гостевая. Вот она, видишь, небольшая. Вот она, гостевая. Гостевая. Прям сюда гостей определили, и все, пусть спят. Так. И гостиная. Гостиная. Ну, тут, конечно, как всегда, шедевр. Шедевр. Вот я бы в жизни не подобрал так цвета. Ну, о вкусах, как говорится, не спорят. Смотрите, какая красота. Ай-яй-яй. Смотри, окна, да? Тут и высота потолков неплохая. Окна в пол. Окна в пол. Кстати, тут... Здесь еще балкон. 3,2. Ну, то есть это вот этот балкон. Выход на балкон также, на террасу, да. На вообще. Обалденно, обалденно. Вот такое дизайнерское решение. Большой телевизор. Зеркала. И так уже они как бы визуально увеличили, я не знаю, пространство. А, зеркала еще, да. И так тут нормальное пространство. Ну, в общем, вот такая квартира, друзья. Пойдем в следующее. Эта квартира у нас номер 13. Можете прямо мне так и писать. Я интересуюсь квартирой номер 13. А мы пошли дальше. Здесь уже потому что риэлтор с этими, с клиентами пришли. Ждут нас, коридор, пока мы все снимем. Да, коридор. Коридор и кухня у нас кафель. Везде ламинаты. Не заходишь ты сразу на кухню, да, как здесь раньше строили. Здесь просто все отдельно. Все, шоурум мы посмотрели, сейчас мы пойдем, там еще недостроенные, да, не получается. Так, друзья, мы максимально запыхались. Поднимались на какой 13-й что ли этаж. Смотрите, здесь виды. Виды, конечно, уже другие. Вид на лаве. Кале, горы. Ну да, вид другой. Так, смотрите, просто здесь хотели показать, видите, объединили. Одну огроменную кухню-гостиную сделали. Зачем? Вот, ну, хозяин-барин. Эта квартира уже продана, да. Вот здесь, кстати, Серик мне говорит. Здесь полностью бы из этого, из кафеля. То есть тут же ламинат идет, жилой, то есть спальня. А здесь как полностью заходили кафель. Видимо, местный кто-то купил. Хозяин-барин, да. Ну да. Итак, вот наша квартира номер 65, смотрите, 3 плюс 1, у застройщика она стоит 144 тысячи евро, у нас она стоит 95 тысяч евро, вот скидка так скидка, 50 тысяч евро скидка. Почти, да. 50 тысяч евро это целая квартира. Ну да, целая однокомнатная квартира. Я даже от себя не ожидал такого. Смотрите, ну вот она кухня-гостиная, видите, здесь уже дверной косяк стоит. Туалет. Я чувствую, кухня-гостиная. Извините, друзья, санузел. По размеру, да. Здесь, видите, место под коридор, здесь можно шкафчик с вещами. Все такое, удобно, Г-образно получается. Дверь, видите, уже. Двери, все готово. Так, справа у нас спальня со своим санузлом. О, вид, смотри. Тут вид, конечно. Это тот вид, про который я вам говорил, что никто не закроет. Вот она, пожалуйста. Ну да, благодать. На полу здесь, видите, ламинат. Санузел. Спальня номер 2. Здесь какой-то закуток небольшой. Для шкафчика, для корпуса. Вот коридор еще продолжается, видишь? Даже, да. Слева. Слева у нас пошла кухня отдельная. А вот это что, кладовка даже? Это кладовка, кстати. Вау. Ну, этот, гардероб, гардеробная.
Нет. Ну, я бы сюда овощная. Полочки бы лавочку, сделал. Лавочку, полочки поставил. А ты хотел банки с помидорами? Ну да. Как поставить бабушки на банки? Так, ну и вот она, кухня-гостиная. С видом на город. Мне очень нравится, что кухня отдельно. На самом деле это... Смотри, какая широкая. Практичнее, да, гораздо. Тут можешь поставить огроменный обеденный стол вот сюда. И собраться в большую семью. Кому интересно, мы планировки полностью можем вам скинуть. Посмотрите, что по размерам. Тут уже вторая терраса, видишь? Да, вид, конечно. Живописнейший, как его назвать? Вот они, бананчики. Самый главный город, видишь, понимаешь? Ага. Не, класс. А вот мы только что снимали Кале Тауэр. Вот он, готовый объект. А, вот он, да, соседний. Да. Он точно такой же. Не, ну реально, за вот эту цену 95 тысяч за, за квадратный метр уже по-сочински опять заговорил. 95 тысяч за всю квартиру, ага, с ремонтом, с санузлом, со всеми делами. 155 это... квадратных метров тут. Вот здесь? Да. Или здесь прям больше? 3 плюс 1, 155 квадратных метров. Ну, это очень нормальная, вообще хорошая цена. Ну, реально, если у застройщика 144, а у нас 95, мы прям молодцы с тобой. Это гостиная? Да, в гостиной. Песочная. Да, вот. Кстати, вот на окна, на балконы и все, надо обращать внимание, очень хорошего качества. Да, ну это сразу как бы видно. Да. Мы, кстати, забыли, да, про это сказать, что бывает, ты заходишь, прям все такое, там, оно с виду вроде красивое, да, к нему притронешься. Не да. Ну вот такая у нас, друзья, есть квартира. Еще на сегодня это будет крайняя, последняя у нас квартира номер 22. Эта квартира была номер 65. Будет небольшая, самая маленькая, наверное, 2 плюс 1. Здесь нет квартир 1 плюс 1. И мы спускаемся ниже. Да. Следующая квартира, друзья, номер 22, 2 плюс 1. У застройщика она стоит 96 тысяч евро. У нас она стоит 71 500. 25 тысяч почти. Да, опять же, скидка отличная. 100 квадратных метров, да. Мы заходим. Коридор. В общем, давайте пойдем налево. Почему налево, не знаю. Это у нас кухня-гостиная с выходом на балкон. Ой, гостиная, да. Вот она. А здесь кухня. Кухня. Отдельно. Если при желании, можно совместить, вот как вот там, вот наверху мы смотрели. Странно, да, что они совмещают кирпич и шлакоблок, или керамзитоблок. Да, можно совместить, Серик, я извиняюсь, перебил тебя, можно эту стеночку убрать без проблем, пока все это дело строится. Большая гостиная, совмещенная с кухней. Ну, я бы так и ставил, 100%. Не, ну так, конечно, лучше. Здесь у нас спальня, спальня с выходом на балкон. Давай выйдем. Что за вид? Смотри. Так, вот она, терраса. Ну, вид во вот. Внутренний двор. Да, вот он. Бассейн будет. И еще одна комната, еще одна спальня. Родительская спальня со своим санузлом. Так, санузел номер один. Вот он прям маленький, да? Ну да. Что? По сравнению с теми. Ну, конечно, после. И вот здесь санузел номер два. Да, там прям намного больше. Так, и вот это у нас спальня. Что? Поместится кровать. Сюда корпусный шкафчик можно, либо можно сюда, как удобно. И выход на балкон. И вот этот на балкон на общий. Кстати, также, чтобы этот не портил внешний вид, видишь, они закрыли решеткой, и здесь будет наружный блок. Да. Чтобы шума как особо не слышать, можно здесь просто закрыть. Ну, в общем, отделили, да, выделили место под кондиционеры. Ну, это в современных домах уже давным-давно. Вот видишь, между этими, между двумя блоками тоже такое... То есть торчащих аппендицитов, как у нас. Ущелье. Да. Ну что, друзья, на этом все. Кого заинтересовало, кто хочет нормальных размеров, классную квартиру в Махмутларе с классными видами, дешевле, чем у всех. Друзья, обращайтесь, номер сейчас появится у вас на экранах. Буду рад вам ответить, вышлю вам все остальные 25 вариантов квартир. В общем, ждем ваших обращений. Увидимся в Алании, я надеюсь. Давайте. Долго не думайте, а то сейчас все да. разберут. Серик сейчас все продаст. Тот самый вариант, когда вот большая квадратура за маленькую цену. Да сейчас за такие цены, да. 2 плюс 1 продают, как вот это 3 плюс 1 за 95. 2 плюс 1 продают. Причем 2 плюс 1 там сейчас пошли по 90, а по 80 квадратов сейчас. 75-80 квадратных метров.
В общем, все, друзья, что мы вас уговариваем. Звоните, номер вы знаете. Всем пока, увидимся в Алании. Всем добра. Да, еще последний момент. Оставим ниже ссылочку на наш канал. А, да. Хаят Алания. Подписывайтесь, да, на Хаят Аланию. Да. Всем пока. Пока-пока.